Сегодня в Хургаде проходит закрытие выставки, посвященной Юрию Гагарину. Генеральный консул Хургады наградил победителей призами. Анастасия Нерода за участие в конкурсе детского рисунка в рамках фотовыставки, посвященной Юрию Гагарину. Вот эту книгу «Последний космический шанс» будете читать, как говорится. И это навеет, наверное, новые идеи для новых рисунков. Мне 13 лет, я учусь в школе ОЦ «Наша традиция». Вот это моя работа. Я нарисовала телескоп двух людей, которые рассматривают планеты. Ая, покажи свою картину. Что ты нарисовала? Я нарисовала вот эту картину. Тут я нарисовала Землю, Марс и много планет. Также я нарисовала космос, звезды, и тут много очень планет и ракета. Здесь также можно посмотреть редкие фотографии визиты Юрия Гагарина в Египет. На выставку пришли не только русские ребята, но и египтяне. Как тебя зовут? Сюзан. Сколько тебе лет? 11. Ты знаешь, кто этот человек? Это Юрий Гагарин, первый астронавт. А ты знаешь, сколько длился его полет? 108 минут. София, ты знаешь, как назывался космический корабль Юрия Гагарина? Восток. А когда Юрий Гагарин полетел в космос? 12 апреля. А сейчас я хочу задать несколько вопросов члену жюри. Расскажите ваши впечатления о нашей выставке. Ой, ваша выставка очень красивая получилась. Только много ярких работ. Они такие большие, такие веселые. И так в них много космоса, что хочется уже улететь туда. Есть ли картины, которые запомнились вам лучшим сюжетом? Да, здесь очень много интересных тематик. Мне понравилось несколько картин, в которых изображены были не только планеты, но и какой-то интересный сюжет. Инопланетянин, или какие-то люди, уходящие в космос, или быстро летящая ракета. Что бы вы пожелали юным художникам, как профессионал? Я бы пожелала молодым художникам выбирать интересные сюжеты, различные темы, искать красивые краски и их сочетания, а также хорошо отрисовывать фигурки, чтобы они были всегда правильной формы и смотрелась композиция аккуратной. Все участники выставки получили сертификаты. 12 апреля на нашем канале выйдет фильм о путешествии Юрия Гагарина в разные страны. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить. Субтитры сделал DimaTorzok